Jugada, como no, de Luis Suárez, que acaba buscando precisamente a Neymar Junior y asiste para el 1-1. El partido a punto de entrar en el último cuarto de hora y el equipo de Luis Enrique estaba perdiendo 1-0. Excelente la maniobra de Luis Suárez. Коман, пас на Морату, не дофсайд, и Мората забивает шестой гол. Ворота на Парму, вот так сработало, никаких вопросов нет. Но есть вопросы по итоговому счету. Еще рассмотрим там. Временем подхватывает мяч и поддерживает атаку партнеры. И Храми его даже схватить не успевает. Такая скорость у бельгийца. И надо уже отдавать передачу. Прострел! Арон Хант! 2-0. Ну, не имел права Хант, конечно. Такой уже, надо сказать, исполнил все не без некоего вызова. Не стал ли Храми хватать. Надеялся, что партнеры помогут. Не помогли. Девятая голевая передача Дебрёйны в этом сезоне, ну и Арон Хант тоже все исполнил как нужно. Даже слегка издевательство. Вот смотрите, принимает мяч. Вот оно, ложное движение, передача, вратарь.